Подожди, я куда мне? А, подожди. Давай сюда. Нет. Я думаю, ну надо попробовать туда пойти, но мне кажется, что меня сейчас цапнут. Я не видел никого. Ну я видела, хорошо. Слушай, я поняла, ты когда оборачиваешься, ты очень медленно... Йо, наша Тесла разрядилась, ей нужно 27 батареек для того, чтобы мы снова куда-то смогли уезжать. Но, Лан, стой, Лан, в темноте живут нехорошие люди. Ты чего, не читаешь правила, ну? Посмотри, видишь, безопасно, а вот тут небезопасно, смотри, он такой. Тут явно, там вот батарейка. Явно опасно. Ну, так значит, надо очень быстро бежать, смотри, где, откуда он идет, интересно? А ну-ка, давай. А у нас шифт есть? Нет шифта. Шифт нет, к сожалению. А как вообще? Я поняла. Так, подождите. А вы видите кого-нибудь там, кто нет. бежит или типа того? Нет, вот так, я ну тебя вот я... вижу. А, нашел, я должен положить это в машину. Ага. И чё? Я должен прям обратно? Чего? Я стою. Да я авокадика полчаса. Твоего увидел. Авокадика вот так вот краем глаза увидел и испугался. Страшно вообще. Да. Подождите, ребята, тут как быть? Бойся. Подожди ты, блин, бойся. А тут как быть? Мы не умрем да ли? Да я не знаю, сейчас посмотрим. Но у нас есть жизни, у нас меня 3 жизни, по крайней мере. А почему ты оставила сейчас, Лан? Почему ты батарейку оставила? А у нас у всех свои батарейки, я 3 подобрала. О, нет. О, нет. А ты не забрал батарейку? Я забирал, но вообще я там вначале оставил вроде. А, ну ты на обратном пути можешь забрать. Я там бежит сейчас... кто-то! Иди, бегите назад! Нет, это просто человек. Это человек? Да? Это человек обычный, на сервере просто. А зачем он тут ходит и руками машет своими? Работа у него такая. Нет, за ним монстр! За ним прям был монстр. Я не видел никого. Ну я видела, хорошо. Слушай, я поняла, ты когда оборачиваешься, ты очень медленно... Ёжи там сейчас сидят! Мама! Ладно, допустим, это было страшно. Подожди, я куда мне? А, подожди. Давай сюда! Нет, нет, свет, 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 пожалуйста, свет! Мне кажется, в другую сторону бежишь. Что ты, дурисик? Что ты хотел? Ты что-то хотел? Ты жив? Подождите, а у меня же всего лишь 2 жизни. А как? Сколько стоит? 50! А чё так дорого? Угу. Так, ну-ка. Бесплатное сердечко за лайк игре и при... В общем, не интересует. Да не ори на меня! Не ори! Орёт он. Так, оп, и обратно такой, опа. О, я видал, видал. Интересно, а сейчас вот будет тут этот человечек за мной идти или нет? Или может я... Отвали! Спокойно, спокойно, Ульян. Что вы понимали? Я даже... Боже мой, мне аж плохо стало. Я даже выкинула мышку из своих рук и клавиатуру. Ужас какой. Боже, какой кошмар. Он так внезапно... О! Костер? Появился. А костер это хорошо или плохо? Ну, это свет, я думаю, это хорошо. Сохранение или просто свет? Я думаю, просто обычно. Тише ты, подожди. Я не хочу возвращаться назад. Фу, у меня аж... Ой, аж это, аж плохо стало. Подожди, это считается вот это костер за свет же, да? Нормально? Ну, я думаю, что да. Ну, ты можешь проверить, по крайней мере. Слушайте, ну он на самом деле бегает с вашей скоростью. Если вовремя от него урулить... Вообще да, это правда. Это правда. Главное, не оборачивайтесь назад, потому что вы оборачиваетесь назад, и вы медленно бежите. А, да? Ну да, не проверял? А, да, действительно. Да, ты права. Так, куда мне тут дальше идти? А, ну вот чем сюда. Чем дальше, тем сложнее. Слушайте, да не говори, я уже в каком-то доме. Ого. А вот вопрос, а можем ли мы нести с собой все 27 батареек? Да, можем. Да? Да. Фух. У меня уже 11. Это прекрасно. А вы помните, что надо еще и вернуться, ребят? Да. А надо ли? Может, так поживем? Мы сейчас дойдем и без Теслы. Кто там? Там кто-то... Ребят, там кто-то был, какой-то монстр в доме. Там, короче, девочка шла, и около нее был чел, который очень громко шагал и пыхтел еще. Такой... Так может, это тот самый был? Я вижу девочку. Господи. Нет, это не тот же самый, потому что он вроде бы не исчезал. Хотя, может, тут свой особый чили-босс. Подождите, а что мне делать дальше? Здесь темно. Может быть, их несколько здесь? Я не знаю, куда мне дальше идти, ребят. Это да, проблема. Да, вообще неприятно. А, вот, наверх. А, эй. Да, вот, наверх нашел. Блин, меня убили. В доме? Да. Нет. Ульян. Да он побежал прямо на меня. Ну-ка, выживай там как-то, я не знаю. Дважды убили.
О нет, сколько у тебя жизни-то осталось? Это все ноль. О нет. Либо возродиться 50, либо не знаю я. Ну, а, 70? Нет, ладно. 70? Ого. Буду сначала проходить. То есть полтос это так, типа, если ты заранее, ты помните, как в той игре? Ага. Про цвета. А, да. Кстати, она чем-то похожа на эту игру. Действительно. Но посложнее, ну, как тут, будто блин, бы. Монстр прям на тебя не орет. Внезапно просто восстал и все. Ага. Слушайте, давно что-то у меня не было этого чувака. Даже как-то и не страшно вовсе. А, так может быть он один, и он просто переключается на всех? Ой, не думаю. Не знаю, о. Хотя да, он... Ключ от подвала. Трижды меня убил. Ой, да какой подвал, да мужик, да брось, сумка для камней, для каких? Что? О, ребят, я вообще не знаю, куда проходить. Короче, ты берешь ключ от подвала, и ты кидаешь себе камни. Да, вот ты можешь кинуть камни, чтобы понимать вообще, следуйте за деревьями перед замком. Боже ж мой. А где эти деревья? Где там замок? Ну, ладно, короче, сейчас найдем, пофиг. Слушайте, ну у меня уже довольно много этих батареечек. Не хотелось бы, конечно, возвращаться для того, чтобы их положить. Кошка Лана. Я тут хожу по делам. Конечно. Я все прекрасно понимаю. Очень деловая кошка. Очень деловая. У меня Тесла есть, между прочим. Только она разрядилась. Вообще-то ничего себе. Да, разрядилась. Сейчас пальчиковыми батареечками. Опа. 27 пальчиковых, в принципе, на 100 километров нормально, да? Да. Но это не пальчиковые, это такие для фонарей. Ты здоровая. Пойдет. Ну, я два на всякий случай отнесла. Чтобы хотя бы, когда я умру очередной раз... Хоть какой-то. Какой-то результат был, правильно? Главное, да. Не победа, а участие. Конечно. Я согласен с тобой. Конечно. А вот эти маленькие шажочки, это ваши шаги или чужие? Это наши шаги вроде, я надеюсь. Вроде я оборачивался и никого не видел, поэтому надеюсь, что наши. Я не собираюсь оборачиваться, если что. Мама! Я бы тоже не хотел. Он мне под ноги прыгнул. Блин, фонарик бы. Мама. Боже, у меня буквально аж руки закололи. Ульян, сюда не надо. Понимаю тебя. О, здорово. Здорово, Ульян. Чё, как сама? Да ничего, я вот две батарейки отнесла, у меня еще 10. А ты как? Короче, у тебя вот так не двигайся, пожалуйста. Блин, ладно. Короче, у тебя просто вот так, смотри, одного крыла не было видно. Я думаю, где ты крыло потеряла? Он у тебя крыло отобрал одно, получается. Ничего себе. Да, украл. Вот это да. У меня батареек, сейчас скажу, сколько у меня батареек. У меня тут, сколько это, 8, да? Да, тут 8 и тут, блин, ну да. А у тебя слева написано же. А где? А, 16. Блин, спасибо. Вот это да, вот это крутотень. Ага. А где столько надо найти? Ну, а, я так думаю, это все, это в доме в том помещении. Да он, нет, он же не все в доме. Ну, в доме 16 штук. 17, 17, наверное, даже, потому что 17 да это в самом начале. В смысле, от, ну вот от у меня. Начала опа! До дома. Опа, ребята. Так, 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 так. И куда это мы? Подожди, а куда это мы? Вот тут. Я вот? Не понимаю, он меня дважды убил просто так. Слушайте, мне страшно очень. Ну вот тут говорят, следуйте за деревьями перед замком. Фух. А куда мне вот идти? Я вот вижу вот эти белые следы. Они мне нужны или не они? Я не понимаю. Ну там кто-то из леса, я видела, возвращался. Возможно, надо в лес. Ладно, давайте попробую. Так, вот тут вправо, а вот тут вот так вот влево. Ну я просто буду прямо идти. Оно правильно вот так? А, я не вижу следов. Это, видимо, после дома они появляются. Мама. Потому что я решила все-таки отнести. Да что ж ты будешь делать? Какой же ты отвратительный, невоспитанный. Просто от... Все, отстань от меня. Ульян, надо было дойти, если ты уже тут, ты уже так далеко зашла. Я думаю, надо. Не знаю, ну нет, ты смотри сама, конечно. Нет, я отнесу, пожалуй, свои 10. Ну вот он меня убил, у меня последняя жизнь, все. Мусь. Ты извини, пока. Если я вдруг виноват, ты нет, прости. Нет, абсолютно. Мне страшно просто. Спокойно, спокойно, нормально, нормально. Здесь все хорошо. О, привет. Привет. Я тут привел к тебе друга своего. Там за тобой бегал, я видела. Да, было дело. Ну смотри, вот тут шажочки, смотри, вот тут шажочки, вот эти вот. Вот это мне не нравится особо, честно говоря. Надо по шажочкам идти. Главное успеть, я не знаю, Главное успеть развернуться вовремя. Да ну его. Здесь света нет, если что. Я от него иногда в сторону просто уворачиваю. Вот так вот. А у меня не получается. Я пробую, но меня каждый раз он догоняет.
Кстати говоря, у нас скорость больше из-за того, что мы вместе играем в это. Серьезно? А, да? Да. Прикольно. Ой, Леша, он за тобой бежит. Да, спасибо, я знаю. Как ты так узнала? Как это? У тебя дар ясновидения? Может быть, ты видишь полтергейстов? Вау! Ты очень крутая кошка. Спасибо. Спасибо за ваши вот эти вот танцы, отгоняющие злых духов. Вот этот отгоняет. О, ребята, если вдруг у вас в доме поселился полтергейст, не стесняйтесь писать кошке Лане. Она придет, вот так отпинает вот этих невидимых ребят. Она их видит, если что, это вы их не видите, поэтому я сейчас вспомнил сюжет Моб Сайко 100. Вот это да, это буквально про Лану будет. Кто смотрел, ну или, чтобы понятнее, Моб Психа 100. Вот. Я смотрела. Нет, да ты-то... Я подписчикам говорю, они мне ответить сейчас не могут, к сожалению. Короче, да, ребят, можете посмотреть, это прям про вот эту вот ситуацию, сюжет там, да, очень прикольно. Так, я думаю, ну надо попробовать туда пойти, но мне кажется, что меня сейчас цапнут. Я о чем? Слышишь ты? Он меня убил? Короче, надо успевать разворачиваться, иначе... Ах ты, она там ходит, смотрите. А иначе ты делаешь движения вот эти лево-вправо или там назад, они типа не такие быстрые, поэтому получается, что он может тебя убить. Ой, Вася, а как он быть? Сейчас и убил меня, а как? Да, а куда, в какую сторону, слушайте, я не могу понять. А где я? Где ты? Ты где-то рядом, я думаю. Я там, где он меня убил, он снова за мной бежит, ну хорошо, что я нашла костерчик. Ой, мама. Слушайте, я просто буду бежать, пофиг. Сидишь у меня на хвосте, да сиди. А куда ты будешь бежать? А он не появляется прямо у тебя перед лицом сначала, нет? Вот у меня появился. Да, но от него надо отбежать. У меня получилось. Слушайте, ну где хотя бы одна батареечка дополнительная? Так нам же надо куда-то... Ну нет, я развернулся, я четко развернулся. Вы умерли. Господи. А сколько у тебя осталось? Возродить, восстановить. Да, у меня было 6, ну все у меня. Подожди, капец. Блин. У меня было 16. Было 16. Ну все, отстаньте. Уйди. Отчет обратный, вонючий. Вот моя Тесла. Знакомьтесь. Так, все, погнали. Я знаю, что делать. Все, первое. А я решила идти долгим путем. Я уже отнесла 6 батареек. И вот у меня одна уже в инвентаре. Ну ты же понимаешь, что тебе в любом случае придется идти в тот лес. И да. Если ты... типа там ничего не сделаешь, то вот эти вот все собранные тобой, они бесполезны. Да, но мне морально так приятней, когда у меня есть батарейки у моей Теслы, понимаешь? Понимаю, конечно, да. У меня когда... А это чё? А что? Вот это как? Ну я развернулся четко, это вообще было... И меня сейчас убили в этот же момент. Очень нехорошо поступаешь, человек. Я его специально за собой веду, кстати, сейчас. Потому что если он появляется заново, он появляется перед лицом. А когда я его просто веду за собой, он просто за мной идет, вот и все. Поэтому я очень хитро сейчас делаю. Правда, очень громко орет. На монтаже-то это все будет для вас потише, но для меня это ужасно громко. Я его веду за собой реально уже 9 штук. А че ты отцепился, вонючий? Кстати, слушайте, а у меня остался ключ от подвала. О, да. Да, ну только что толку? Вот сюда он куда-то ведет. Да иди ты, блин, ну отстань. А что тебе надо, а? Вот куда тут ведут его следы? Куда? Что мне здесь сделать? Вот я не понимаю. Ну, вот след. Где следующий след? Вот тут? Больше нет. Что, куда мне этот ключ тыкнуть? Да отстань. А зачем нам дали камушки? Кстати, можно выкинуть, но... Камушки, чтобы, ну, просто, типа, чтобы ты не заблудилась. Но, как а бы... куда тут идти? Не ясно. Ой, я слышу тут чьи-то шаги в доме. Мне страшно. Чел! Жесть. О, кто ты такой? Это просто тень? Короче, я думал издалека, что это такая статная барышня, которая держит в руках факел. Похоже. Что там за звуки? Слышь, что тут за звуки? Кто такой? Меня только что убили. Возможно, это эти звуки. О, вот смотрите, вот эта леди в шляпе, держит она факел, и вот ее... Друг! Ну или вот тут можете посмотреть. Ну вообще вот там смотрите. Вот, и она в платье, типа, смотрите, таком. Так вот на вытянутой руке держит. Кто это рычит? Вы слышали, кто-то рычал? Ты рычишь опять? За мной бегал. Я не рычу, могу порычать. А могу тебе на голову камушек положить, стой. Слышь, все положи. Вон, положила просто. Положила, реально? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, он тут просто... я не могу.
Я не могу посмотреть. А он вот тут вот. Вот теперь у меня на голове будто. Но ты не видишь моих камушков, значит. Все, забирай камушек лучше. Где можно найти подвал? Объясните, пожалуйста. Там была какая-то надпись про то, что кто-то закрыл сына в подвале. Это я помню. Это я видал. Я слышал какой-то звук только что. Это мне не понравилось. Это он появился и побежал за мной, но я его увела. А-а-а. Мама? Мама. В какой стране подвал? Ответьте, о, пожалуйста, нет. на вопрос. Что, все? Капец? Да. Смерть? Ну, подвал, может быть... Ха! Хотел сказать, может ли быть подвал... посреди леса. Ответ, думаю, нет. Хотя что он защищает? Он же должен что-то защищать, мне кажется. Ну, в подвал он должен быть где? Должен быть в замке, верно? Ну, да. Логично. А у меня забрали ключ, что? Что? Да, ребята, у меня забрали ключ. Все, я думаю, на этом точно пора заканчивать. Тесла останется здесь. Никто на ней уезжать не будет. Так, как мы так уж пешком можем дойти. Да, реально, дошли бы уже быстрее пешком. Тесла, давай я тебя просто притащу. О, во, ключ от подвала появился, прикинь. Тесла, вот, я думаю, ну типа, для начала хватит. Ну, можешь проехать чуток. Хотя бы, блин, вот тут довези меня. Ребят, положенные батарейки сохраняются. Ульяна все делала правильно. Ты что, шутишь, что ли? Ну да. Так я же говорю, что у меня осталось. Все, ребят, я это не вывезу. Все, ребят, все. Точно на этом заканчиваем. Но если хотите, я в следующий раз приду, разберусь с этим всем делом, разберусь, найду этот... На кого? Ты за кем бежишь? Мужик, ты чё? А я? Мужик, а я? Он за мной бежал. Да я уже понял, блин. Короче, ребят, найду этот подвал, найду этого сына, обогну всех вот этих злых духов. Лана их изгонит, так что на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте. Всем пока. Пока. Пока.